Первые аккорды, и в зале воцаряется абсолютная тишина. Начинается большой отчетный концерт школы искусств района Басарабяска. Учащиеся, которые добились особых успехов в занятиях музыкой и творчеством, были награждены почетными дипломами. Особым этот день был для выпускников. Виктор Маня – выпускник музыкального отделения по классу фортепиано. Этому мастерству он обучался на протяжении 7 лет. О проведенных в школе искусств годах юный музыкант не жалеет. Может, были сомнения насчет того, что я жалею в 6-5 классе, но когда я уже все сдал, это гордость для меня. Успехами Виктора в музыке искренне гордятся его родители. Знаете, на самом деле я чувствую большую гордость за своего сына, что ему хватило сил, усилий, столько было вложено, он столько много трудился. Я сам, на самом деле, когда вот он играл на пианино, я все выключал, рядом садился и слушал. Очень красиво это все было. Преподавателям, конечно, огромное спасибо. Огромнейший труд был вложен и со стороны педагогического коллектива. Им, конечно, я желаю очень-очень крепкого здоровья и творческих успехов. Мария и Виолетта в этом году окончили художественное отделение школы искусств. В зале была представлена выставка их работ и других талантливых художников. С детства я любила рисовать и думаю, это мне поможет в будущем. Рисование мне нравилось с детства. Моя учительница младших классов убедила меня пойти в школу искусств. Связываешь ли ты свое будущее с тем, чем ты занимаешься? В будущем я хочу стать дизайнером, и то, чему я научилась в школе искусств, поможет мне идти дальше. Рисование мне очень нравится, но в будущем, думаю, оно мне не пригодится. Слова благодарности в адрес выпускников выразил и глава районной администрации. Я вам искренне желаю и от себя лично, от имени районного совета, где бы вы ни были, но вы всегда должны помнить, что есть мы, есть родители, есть преподавательский коллектив, есть мы, руководство района, которое за вас переживаем, которое будем гордиться за хоть маленький любой ваш успех, потому что вы являетесь жителями нашего района, вы являетесь выпускниками школы искусств района Басарабяска. Поэтому в добрый путь, всего самого доброго, успехов и побед и оптимизма. Преподаватели школы искусств тоже принимали поздравления и сами напутствовали выпускников. Желаю им здоровья прежде всего, хороших достижений в будущем и чтобы они, конечно, запомнили те годы, которые были с нами вместе в школе. В районной школе искусств занимается 160 учеников. В этом году здесь 11 выпускников. 6 из них закончили музыкальное отделение и 5 – художественное.